Самолетный спорт – технический вид спорта. И главный здесь спортивный инвентарь – это, конечно же, самолет. Вот на нем я и полетел. Для того, чтобы начать рассказ о сахалинской самолетной секции, я решил попробовать полетать сам. Ну, конечно, не за штурвалом, этому надо учиться, а на месте штурмана. Так вот, делюсь впечатлением. Сидеть в кабине двухместного самолета комфортно, места хватает. Везде всякие приборы, датчики. Первая эмоция – при взлете в момент, когда самолет отрывается от земли. Ты понимаешь, что летишь! Второе – несколько тревожное ощущение во время захода в поворот. Ты отмечаешь, что переходишь из горизонтального положения в вертикальное. Пилот находится прямо под тобой. Ну и, конечно, посадка. Хорошо, что в руках опытного летчика она всегда мягкая. Юрий Бышуев в небе уже 40 лет. Начинал с военной авиации. Закончил впоследствии гражданское училище в Актюбинске. Летал в аэропорту нашего Южно-Сахалинска на самолете Ан-24. Это тот самый, который сейчас стоит на пьедестале в Хомутово. Сегодня летчик занимается с детьми. Является главным учителем-тренером самолетной секции Центра технических видов спорта. Наша летная секция занимается с детьми, начиная, по-моему, с 15 лет. Вот, набор идет в июне, в июле. Значит, сначала ребятишки сидят, занимаются в классе, теоретические занятия. Не очень, скажем так, мы их напрягаем этой теорией. Вот, потом, значит, у нас есть класс тренажера. На тренажерах они учатся летать, полет по коробочке в зону, отрабатывают виражи. Есть и практическая часть занятий. Управляют «ласточкой», так нежно называют летательный аппарат итальянского происхождения. Самолет легкий в обучении и пилотировании. У нас не только мальчишки летают, девчонки. Кстати, девчонки намного лучше летают, они более серьезные, более усидчивые. Вот. В конце обучения, скажем, после второго года обучения, значит, самостоятельно им, конечно же, летать нельзя, но доходят до уровня, что я сижу, руки на коленках, они выполняют взлет, посадку, полет. И основная задача наша не научить их летать, а привить любовь к небу. Перед тем, как сесть за штурвал самолета, будущие пилоты проходят курс теоретической подготовки. В специально оборудованном классе на стенах висят плакаты. Здесь кабина пилота, где показаны пилотажные приборы, приборы контроля двигателя, GPS-навигатор. Ученики должны понимать, где какой прибор и что показывает. Пилот всегда должен знать свою скорость и высоту во время полета. Разобрались с приборами, отправляемся к тренажерам в класс симуляции. Здесь у обучающихся есть возможность летать виртуально. Сейчас нам нужно выйти на центр полосы, так называемая ось, чтобы уже непосредственно при наборе скорости не съехать, то есть не выходить за рамки. Когда... Сейчас стартанули, да? Да, когда мы уже готовы к полету, включаем фару, выпускаем закрылки на 15 градусов, обязательно взлетное положение. Сабина Гуськова занимается в секции всего полтора года, хочет в будущем стать врачом. Здесь девушка расширяет свой кругозор. Вопрос, бывает ли страшно, отвечает, что бывает, но со страхом она справляется. Даже не знаю, он как-то сам улетучивается, когда начинаешь думать. Нету уже времени на страх. Антон Соломаткин – спортсмен с опытом. В секцию ходит более 3 лет. Юноша мечтает связать свое будущее с небом и стать пилотом гражданской авиации. Самое сложное – это преодолеть себя и сесть в кабину, как-то не испугаться, не уйти, не убежать от этого. Главное – сесть, поверить в самого себя, и тогда все будет хорошо. Секция самолетного спорта с точки зрения профориентации дает хороший толчок для детей, которые хотят связать свою судьбу с небом. Юноши и девушки приобретают здесь бесценный опыт бесплатно. Секция самолетного спорта, но это наша гордость в том плане, что таких секций больше, где дети бесплатно учатся летать, нет нигде в России. На Сахалине, к счастью, к нашему, единственная секция во всей России, повторюсь, где дети бесплатно учатся летать. Здесь не столько спорт, к сожалению, мы не можем развивать это как спорт, потому что самолеты у нас, они первоначальное обучение. Для того, чтобы дальше было именно как спорт, нужны немножко уже другие самолеты. 80% учеников, которые заканчивают самолетную школу, поступают в авиационные вузы. Сегодня, например, 4 выпускницы учреждения проходят обучение в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков. Летают на МИГах. Вся информация о том, как записаться в секцию, на сайте ЦТВС.